Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Так, Лига Сёгунов, интересно, меня скинули или нет? Лига ребят-самураев. Еще как скинули. Это еще мягко сказано. Скинули меня или нет? Конечно, ребят. Просто в никуда. Блин, опять придется подниматься. Это в Лигу Сёгунов, а? Ой, в Лигу Самураев меня сбросили. Надо теперь подниматься до Лиги Сёгунов. Я там не знаю даже, какой ранг нам нужен. Чем выше, тем лучше, по идее. Ну, давай попробуем до 3 звёздочек сегодня добраться. Попробуем. Получится, нет? Как бы шансы-то есть все. Ну-ка, давай ракетами звезданем. Я думал, честно говоря, что мы их бомбанем окончательно, но не тут-то было. Мак просто раздавил щеглов своим люком этим, прилипшим к ноге. На, лови плюху. Ну, добивай, Крэнк. Так уж и быть. Все. Очень даже хорошо, ребята. Разбомбили, и серию испытаний мы прошли. Так, забираем. И теперь идем в список, в наш. О, мутагена-то как мало, ребята. Как мало мутагена. Даже не хватит Дони немножко прокачать. Так, находим эти комиксы. Две штуки нам нужно найти. Не тут-то было. Есть. Так, с комиксы нашли. Теперь 9 видеомагнитофонов. Один есть. Сразу же второй нашли. А третий. Четвертый. Слушай, ну с ними, по-моему, проблем не будет. Сказал я и... И как всегда, ребят, как всегда, никаких тебе, блин, видеомагнитофонов. Так, это 5-й, 6-й, 7-й. Еще 2 нужно. 8-й и последний. Да не нужен мне портрет короля твой. 9-й. Так, и нам нужно будет потом еще 10 кружек, ребят, найти. Но это уже будет в следующий раз. Так, в магазине. Что у нас тут в магазине? Нам ничего не надо в магазине. Нам испытания закрыты, это все. Турнирка, друзья. Только лишь турнирочка. Уровень. Ух, они еще слабенькие. 42-й, я смотрю, 45-й уровень у противников. Поэтому думаю, что 56-ми уровнями мы... Ах, откуда комар-то взялся? Ёбай, уже холода-таки, а он тут летает. Притулился, пригрелся, ребята, здесь комарик несчастный. Угу. Давай, пинай. А ну, только одного уничтожили. Так, минус морозилка. И давай вот так добьем. Сможешь? Да блин, ну Майки, ну... Чё ты хандришь-то опять? Не стал, ребята, он почему-то его добивать. Ладно, фиг с ним. Прошли. Блин, 72-я позиция. Это только лишь 40-я. Ну, 2 поединка, грубо говоря. И мы в Лигу Сёгунов только вырвемся. Только лишь. Нет, Маузер слишком шикарно. Давай, наверное, возьму Бакстера здесь. Я хочу по-быренькому, ребят, здесь пробежать. Всех, как говорится, нахлобучить. Угу. Поехали. Так, смертельная волна, и они все упали. Ну, в принципе, чего-то ожидал от 45-х уровней. Конечно, не упадут все. И 26-е место. 15-19 дают. Я возьму, наверное, здесь Макмана. Я возьму здесь Макмана. Так.
Ну что, торнадо? Естественно. Естественно, ребята, всех сразу с копом и положили. С помощью лишь одного торнадо. И мы уже в Лиге Сёгунов. Вот это уже другой разговор. Это, ребят, мне нравится. Лига Сёгунов уже. Так, я возьму здесь, наверное, Рафаэля. Раз, два, три, четыре. Понятное дело, что Рафаэль сейчас у нас встанет в стоечку, в провокацию. И что? И будет всем раздавать звездюлей. Потому что у него контратака, а они 100% будут его бомбить, пытаться. Главное, чтобы как можно меньше было массовых атак. Зачем он-то? Вот зачем он это сделал? Я не понимаю, ребят. Мы его все равно сейчас задебафим. Давай, Эйприл, бросай. Слабый, слабый какой-то был удар. Несмотря на то, что у них понижена, ребят, защита. Кирби, ну а ты... Ну, хотя бы так. Оп, Майки первый пошел на разбор. Шреддер второй. А Лео сделал очищение. Ты посмотри, а. Продуман. Он все дебаф, ребят, снял. Но команду это все равно, ребят, не спасет. Идеальная у нас победушка. Так, с 99 места мы переходим на 75-е. Слабо. Слабо идем. С 99 на 75. Раз, два, три, четыре. И, наверное, тут возьму Ванька. Ну так, позабавиться. Сделаем, как говорится, удар на ход ноги. С гранатомета. Без комментариев. Ну... 51 место. Что-то они мне не хотят, ребята, продвижение отдавать. Никакого дальше. Раз, два, три, четыре. Конечно, четыре. Раз, два, три, четыре. Там два персонажа взято, четыре. Ну, бросай. И добивай. Донни еще прежде, чем, ребята, закинуть сюрикенами, да, в противников, сделал моментальный расчет. Ты видел, да? Он подпрыгнул, сделал расчет траектории полетов этих сюрикенов и после этого метнул. Молодец, красавчик. Так, кожеголовый пойдет вместе вот с этими. Блин, вот тут вот, вот в этой команде, ребята, Саблезу, по-моему, вообще ни о чем. Вот как воин, он ни о чем, ребят. Он слабак. У него нет массовых атак. Да и такие у него обычные атаки довольно слабые. Как бы мне не очень нравится этот персонаж. Но я знаю, что у нас Лига Сёгунов. А две звезды уже впереди. Сейчас, ребят, 15-20 найдем. Возьму, наверное, давай Майки отыграем. И, например, Лео. Так, Рафаэль, ты пока отдохни. Погнали. Что у нас тут? Ну, я, наверное, уклоняшку здесь поставлю. Хотя она не понадобится, но все равно пускай. Пускай будет. И Лео делает вертушку. Все. Этого достаточно. Ребята, вот вы спрашиваете многие, кого там прокачиваете, кого не прокачивать. Вы смотрите, кто рулит именно по массовым атакам. Того, естественно, и прокачивайте. И все. Не надо брать персонажей, у которых нету массовых атак, и прокачивать их. Это бесполезно. Вы так далеко не будете проходить. Вы берите именно персонажей, у которых есть массовые атаки. Но опять же, если у Кирби есть массовая атака, это не говорит о том, что он очень хорош. Или, например, там, я не знаю. Например, кто у нас там еще по массовой атаке? Тоже слабоват. Очень много персонажей. Например, Джастин. У него есть массовые атаки, но он такой слабак, ребят. Я вам рекомендую прокачивать вот кто у меня в топчике находится. Крэнк, Усаги, Леонардо, например. Из провокаторов очень хороший Рафаэль. Вот их надо тренировать. А остальные, они, поверь, они... Вот Армагон очень хороший, ребят.
А остальные все подтянутся потом уже со временем. Вам надо одного персонажа прокачать мощного. Потом просто с помощью него делать откаты и докачивать всех остальных. Ну, вот как бы я склоняюсь к такому варианту. Ну, а если есть, конечно, такой выбор, кого брать, Криса Брэдфорда, например, или кого-нибудь там, типа Кабана или еще что-нибудь, берите такого персонажа, у которого больше, например, который бафает или дебафает. Например, у Криса Брэдфорда, у него нет массовых атак, но у него есть очень хороший баф, который может повесить контратаку на твой отряд. Лучше взять его, чем, например, того же Ксевера Монтеса. Хотя Ксевер Монтес, он, ребята, может сделать хороший дебаф на понижение, например, брони у противника. Понимаешь, да? Почему я? Из таунтов, ну, я бы, наверное, отметил вот все-таки Рафаэля и... Я не знаю, вот Острозуб может быть хорош, как таунт. Вот Рокзара я, ребята, вам бы не порекомендовал, если судить по защитникам, то он на эту роль очень, ребята, плохо идет. Его почему-то разбирают. И разбирают довольно быстро. Поэтому брать его как основным я бы, наверное, не стал бы. Если вам нужен быстрый, ребята, массовик, то, конечно, Рафаэля ролевого прокачивайте. Он очень хорош, у него очень быстрая инициатива. И он как бы начнет игру первым. Потому что его никто не переплюнет по скорости. А ты понимаешь, что скорость здесь много, о многом говорит. То есть ты начинаешь первый ход, соответственно, можешь сразу уронить множество противников и тем самым взять, как говорится, преимущество. Так, ну что, вот Рафаэльчик у нас. И у нас очень быстро уже заканчиваются, ребята, бойцы. Но, тем не менее, мы уже перешли с тобой в Лигу Сёгунов. Три звезды. И если бы мы добрались бы до Лиги Мастеров, ну, это было бы вообще великолепно. Даже очень круто, я бы сказал бы. Так, упали. Упали, ну а мы продолжаем, ребят, нашу идеальную победную, как говорится, стихию. Победный марш. 77 место. 16-21. Ну тут можно взять Кренга. Раз, два, три, четыре. Хотя уже 70-ники пошли, поэтому можно, ребят, любого брать персонажа здесь. Без проблем. Ну что, влупляем. А Кренг, наверное, сейчас всех скосит. Должно быть так, по идее. Но о чем говорю? Пока до 70-х уровней мы не добрались, наши топовые бойцы рулят здесь по полной программе. Хотелось бы, конечно, попасть в Лигу Мастеров, но чувствую я, у нас, ребят, бойцов не хватит, потому что они уже заканчиваются. Так, Супер Шредер. И вот эти вот. Вот также мне, ребята, не очень понравился Сплинтер. Ну, не знаю, вот он бафает, все, ну, чего-то не хватает. Может быть, то, что он уровень пока маленький имеет, 71-й, может быть, из-за этого. Но мне кажется, даже на сутку его прокачать, ничего от этого не изменится. Это вот такое у меня, ребята, складывается впечатление. Змейковьюн хорош был, ребята, наверное, на первых порах. Потом он как-то немножко подсдулся, наверное, опять же, тоже из-за уровня. Понимаешь, когда у тебя в команде есть очень много хороших бойцов, все остальные меркнут перед ними, понимаешь? То есть, может быть, они и хороши, но ты уже на них не обращаешь внимания, так как привык к основному своему составу, особенно если ты долго им играешь, то все остальные кажутся тебе, ну, какими-то недотепами. Так, мягко выскажемся. Там тот же самый Рокзар, Крис Брэдфорд. Если бы они, например, у меня были бы топовыми бойцами, да, прокачанными по фулке, и я бы ими играл, возможно, я бы немножко по-другому, конечно, рассуждал. Но вот в данный момент только вот так могу тебе сказать. До Лиги Мастеров мы с тобой не добрались, потому что у нас 18-я всего лишь позиция. Один персонаж остался, но я думаю, что нет смысла его играть. Это Кунаичи Эйприл. Мутагена мы с тобой набрали хоть сколько-нибудь. 25 тысяч. Слушай, по-моему, на Эйприл этого не хватит, чтобы я ее прокачал. Да, не хватает. Значит, мне придется поднимать по уровню кого? Донателло.
Это сделано для того, чтобы забрать, ребята, все наши вот эти оставшиеся награды. Вот. И хотел я, знаете, что сделать? В сюжетке, ребята, вот здесь вот хотел сыграть. Давай. Я хочу посмотреть, как мы, ребята, уничтожим этого главного босса. Так, тут три волны. Так, у них здесь 74 уровень. И, ребят, я вот как сейчас помню, как я долго парился с прохождением на 3 звезды этой, именно этой части, именно этой главы. Потому что в тот момент, я не помню, у меня персонажи не были прокачаны. Тем более, вот сейчас мы играем с тобой топовым отрядом. А на тот момент у меня вообще все было хреновенько, если честно. Это сейчас я просто, знаешь, как будто на прогулку вышел. Так, ну что же, вот он сейчас появится, ребят. Я думаю, что мы его, наверное, с пару ударов завалим. Да? Проверим. Хм, держит удар, ты посмотри. Ну, ненадолго его, ребят, тут хватит. Да. Он даже не попал. Мажет и мажет. И почему вот этот вот не главный? Почему главный Крэнк? Крэнк намного меньше его, да? И не пойму я. Этот намного страшнее, как бы. 130 мутагена. Потом помню, как я с этим грибом парился. Эти два брата тоже акробата. Да, в общем, нормально, ребят. Так, а больше мне и делать-то нечего здесь. Пробежал. Я так быстро арену сегодня пробежал. Что-то вообще чух-чух-чух-чух. Моментально, грубо говоря. Вообще моментом. Так, ну и вроде бы все. Тут больше у нас ничего такого нету. Усаги, а что у нас у Усаги? Ага. Блин, прокачать что ли, ребят? Я не особо этим ударом, конечно, пользуюсь, если честно. А у Крэнга что за удар? Мозговые волны, ну это такое себе. Это больше идет там для усиления. Ну, провокация. Восстановление 4 хода. Услышишь? Фига тут. Дубинушка. Ну, слэш, ну, ребят, ну это слэш. Так, а у Рафаэля? Удар топориком. Можно, ребят, прокачать, кстати, удар топориком вот это, до 7 ступени. Нам все равно рано или поздно придется всем, ребят, прокачивать все. Так, а у Ваньки? А у Ваньки до 7 ступени не прокачано. Слушай, ноутбуки. Блин, пиццы нету. У Ваньки можно было бы это гранатомет прокачать. Вот это было бы дело, да. Но нам хватает буквально 9 ноутбуков. Надо будет не забыть в следующей серии попробовать. Но я забуду, как всегда, ребят. И прокачать ему до 7 ступеней. Ванька-то хорош. Очень даже хороший. Так, ребят, вот у нас на эксперте идет супер шреддер. Рекомендую вам набивать осколки и его получать. Ну что, на сегодня тогда получается все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.